Сегодня необычный праздник День Говоруна. Говорун – это вымышленная птица или литературный персонаж из книги Кира Булычева, который внешне напоминает большого попугая. Родина этой птицы – планета Блук. Птица-говорун обладает необыкновенной памятью, что позволяет ей воспроизводить любые когда-либо услышанные слова и звуки. Говорун – довольно ленивая птица. Когда не говорит и не летает, любит подремать. Если много разговаривает, то может охрипнуть. Когда говорун много говорит, особенно на языке космических пиратов, он хрипнет и скрипит, как несмазанная телега. Чтобы вернуть говоруну голос, его нужно нужно напоить горячим молоком. Кормить говорунов можно обычным белым хлебом с молоком. Также они любят сахар. Впрочем, во время межзвездных перелетов говоруны могут долго обходиться без пищи. В случае же сильного голода говорун может откормиться даже маслом для смазки машин. У роботов с планеты Шелезяка не было для говоруна другой еды. Железный памятник птица говорун появился в Вологде. Арт-объект установили возле здания Госуниверситета на улице Сергея Орлова. Скульптуру на День города областной столицы подарил известный вологодский кузнец. Кузнец Артем Маршак.